Здесь ежегодно появляется на свет свыше 6 тысяч малышей. В день это от 15 до 30 новорожденных. Сейчас специалисты Видновского перинатального центра выхаживают малышей весом менее килограмма, что еще недавно казалось невозможным. Поэтому неудивительно, что именно сюда стремятся попасть беременные женщины со всего Подмосковья. Рождение ребенка – это всегда радость, это всегда положительные эмоции, которые доставляют радость не только матерям, но и нам. У нас внедрены в работу все современные методы, поэтому я считаю, что мы на уровне, и это доказывает наши в начале и первые, вторые, третьи места в перекличках перинатальных центров России. Недавно учреждение отметило юбилей – 35 лет с момента основания. Поздравить сотрудников центра с этим знаменательным событием в историко-культурный центр пришли представители администрации и депутатского корпуса. Наш перинатальный центр всегда вот в Московской области выбирается мамами первой. Я думаю, нам надо в перспективе пожелать всем, так сказать, в Новый год заполучить еще помещение такое роскошное, красивое, чтобы все желающие мамы имели такую возможность. Вы стоите у истоков рождения человека здесь. Огромное-огромное спасибо вам за вашу работу. Низкий вам поклон. Сейчас в перинатальном центре трудится более 500 человек, и многие из них работают в учреждении с самого открытия. Они гордятся своей профессией, своим коллективом, своими успехами. Это не только профессия, это мой образ жизни. За это я и люблю. Мы стоим у истоков жизни. Я свою жизнь посвятил только гинекологии. Женщина может родить, она может еще и заболеть. И мы стараемся максимально профессионально помочь ей. Вся медицинская техника на высоком уровне, аппаратура. Вот, малыши вынашиваются с низкой массой тела. Мы на высоком уровне по всей России. Мы гордимся. Коллектив очень сплоченный благодаря руководителю нашему. Сейчас выживают детки и с хорошим исходом начинают 500 грамм. И, в общем-то, нужно отдать должное нашим неонатологам реанимационной службы, которые действительно творят чудеса. Наиболее отличившиеся в профессии медики, а также те, кто проработал в Видновском перинатальном центре всю жизнь, были награждены в этот день почетными грамотами и памятными подарками. А теплые слова поздравлений чередовались с музыкальными и танцевальными номерами. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.